Ну там часть реклама Discord. Что эти сервера держат. И кстати, как раз с этим все. Блять, а какой канал-то? Тебя на кнопку. У тебя звуковой стоит. Братин, ты что ли? Угу. Еле-еле. Алло, алло, слышно? Неважно, каким будет исход. Да. Мы будем героями, сражавшимися за... ну, короче, только у меня микрофон сильно чувствительный, сильно все на минимум прикручено, но будет сильно слышно, как я по клавам не вошу. Слышишь, как убрать, короче, оповещение вот это слева, кто говорит? Ну, там написано Shift E, по-моему. Оверлай. Мне нихуя не убирается. Ну я не знаю, пацаны, я в Дискорде сижу, только в три человека не мешает. Там, короче, в настройках есть оверлей, ты просто вырубаешь его, и все. Кто не АФК, кому РЛ нужен? Бля, ну у нас, короче, хуёво с друидами. Значит, там на друида зайти. Закончу то, что начал учиться последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. И тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Да? О, да. Герл. Я РЛ. Ну, Кирилл, уже не все влезли. А у тебя БДК уступит слот, пойдешь в рейд и поэролишь еще. ДТФ. Да, там и так не все поместились. Там кореш мой не поместился. Ладно, ты что за вещь? Давай. Бегите, че? Танков нету, сагрили. Я тут. Хильте, Машулечка, хиль. Блять, Машулечка, ну ты че специально, блядь, там стоял? Вы че, сука, с самого начала меня калить собираетесь начинать? Лопат. Готовьте морду этому. А сколько было вайпов на Сендре в прошлый раз? Три, по-моему. Не, наверное, с третьего трое убили. Два, наверное. Может. Я так думаю, еще раз спрашиваю, никто, потому что ты не в первых пяти платьях. Никто не хочет пойти на сову или на кота. Че вы туда идете все? Я стою на одном месте. Вы каждый как будто соревнуетесь, кто ближе, сука, подойдет. Вы ёбнулись, что ли? Давайте всех присумоним, забафаемся, чтоб не вайпаться на трэш. Ребята, ну хватит тупости. С тупости начинает рейд. Сука, как раздражают эти оповещения, блядские. Выключи. Как их отключить?
Настройки пользователя. Настройки приложения. Уведомления. Листаете вниз, отключаете, что вам надо. Конкретно активация режима рации, деактивация режима рации. Уведомления. Да, я еще... Внизу там написано звуки, сообщения, отключить. Что там ниже еще? Пользователь присоединился, отключить. Пользователь вышел, отключить. Пользователь перемещен. Может, в принципе, все отрубить. Меня вообще слышно, нет? Да, слышно. Артвейдер, ты здесь? Заир. Фибрилляция. Там есть пацаны, короче, на замену. Я не буду ждать никого, кто покажет. Давайте Void кресты бафает, Westlife кулаки Виталий Кун каски. Блин, как мед. ВВ, у тебя есть танкоспект какой-то, хотя бы трэш потанковать, там леди потанковать? Трещу карбос, ты один друид, короче, чтоб я не ждал лапу подолгу. Ристабаф и лапу бафать, и паладин без бафов пойдет дальше. Если он не успеет до ребра вернуться, мы его поменяем. Вроде не может в аркад зайти, ой, в дискорд зайти там. Он не знает, видимо. Там сняли в чате, как зайти, там не сервер. То обычно я когда заходил в Discord, мне ну, просто ссылку ВКонтакте скидывают. Ну, если клиент, то слева кнопочки, если там есть добавить сервер. Ты сейчас это нам объясняешь, мы же как-то зашли уже сюда. Нет, те, кто через браузер сидит, не через клиент. А, да, мне кто-то говорил, что... Можно через браузер все. А это... Там его... Ты под... Алпич. Алпич. Ты молодец. Алпич. Ребра на ребре сума. Что ж ты там? Подождите, постань чуть-чуть. Фула, ты будешь хилить сегодня? Давай, Виталик, он пошли. Можно нажать правой кнопкой на мой ник, и там есть, типа, пригасить голос чуть-чуть. Дай
убрать. Короче, настройка его брать на галочку. Так, то есть. Он наш. Ты ловушки, да. Кому я рану нужно отдать? Пойду покурю, пока быстро 2 минуты. Бля, да меня щукарик доебался. Это он просил, короче, говорит, я не вижу сам. Теперь, говорит, пригласи меня. Кому Ирелла отдать можно, кто не курит? Какая связь? Ну, я должен выйти с персонажа, чтобы, короче, зайти на другого. Понимаешь? Это же логичная цепочка. Свои на собственные настройки зайди, и там есть оверлей. Серег, ты можешь в личку, короче, рассказать Щукарику, как ему зайти в Дискорд? Ну и ладно, пошел нахуй. Сейчас я на секунду отошел, сумоньте меня. Надо было другого молока. Локи, поставьте шкаф. Марат, куда ты побежал? Марат. Давайте, пацаны, еще раз баф под руину. Пара секунд, пара... ситуацию настроек, можно пойти пописать, чай себе надеть, буквально на 2 минуты. Рыба есть? Рыба стоит, ешьте рыбу. Сейчас, парочка момент. Как выйти через настройку из этих наших лоски? Блин, почему тут не написано, сколько людей в канале сидит? Как я должен узнать, что все зашли? Посчитать. Отличное предложение. Шикардос. Так. Кто ролит не на свой спек, кто получает ип на другого персонажа, пишем сейчас. Обязательно пишем. В Discord, кто ролит на другой спек. Нельзя идти весь инст троллить на одного чара, а в конце получить ЕП на другого. Вы тоже, пожалуйста, эти тонкости учтите. Thank you.
Сильно слышно, когда я по клавишам жму, или нормально? Терпимо. Слышно. Я себя тоже слышу. Но не так сильно, как Каноба, поэтому терпимо пока. Я надеюсь, вы меня не замутите, это для вас этот рейд закончится. Просто у меня микрофон на веб-камере. Потому что мой микрофон на наушниках съела кошка. Чекаем Discord. Пристань, бой, два фейкри. И пристабав, пожалуйста. Ауру коня уберите. Так, запускаю стрим. Проверяю все каналы и начинаю. Короче, хочет поддержать, подрубайтесь, пожалуйста, тоже на стрим, откройте себе его в стороннем окне. Просто ему придем, дела хорошо. Стоит просили. Или хотя бы просто зайдите, подпишитесь, поставьте лайк, ссылки. Хидишь? Он сброшился. Беги, малышка, беги! Конечно, мы вчера общались. Помните. Вечер. Ты же тёлки. Я в свои 13 этим так и занимал. Сейчас что ты? Давайте, сбегайтесь под вас и все сбегайте. Слышно? Я бы ушел там.
боя вылетел. Смотри. Ну ничего себе, этот Машулечка нахилила. 13 хпс. Так, осколки Westlife забирает, правильно я понимаю? И показывай хпс Войда и Машулечки включи дпс лучше. Они не вдвоем хилили с ними, ДЦ там еще был. Осколок отдаю, раз никто другой не претендует. Втроем там ДЦ был. Так, Бринтроль, пацаны, на мейн кому-то надо. Тролль никому не надо. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Что? Для нашего господина нет ничего невозможного. Можете помогать? Брать весь не нужно. Будет тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких... Буква 12. Нет, 4 буквы, 4 символа. Не в силах даже помыслить. Время будет забирать. Дай вашу куда. Чё? Русские буквы Ява, Л, доллар, О, грустная скобочка, Х, веселая скобочка. Дайте баф, помогу. Чёрт. Ну ещё есть шанс ворваться, короче. Там грустная скобочка до буквы Х. Здорово. Ты знаешь, кто это? Кто? Это твой папа. Ты думаешь, что? Дурак, мой папка в Чечне вообще твоего. Че еще? Слышно. Пацаны, ссылочка на стримчанский в дискорде. Подрубайтесь, пожалуйста, кто может. Алло. Блин, хила у нас нет. Но я спрятался, если что. Меня слышно? Да, слышно. Сейчас они дадут тебе баф. Почему они не дают? Крест, дайте еще. Дэймон, заходи на стрим. Что у нас нету, что ли, совы никакой? Калка есть сова? Давайте калку взяли. Супер дрон. АФК. Так, дайте, пожалуйста, маги штрудель какой-нибудь. Дайте, пожалуйста, каску магам и лапу. Вы в этот спекнулся в танк, там ДД мото, оденьте танки, чтобы огромно было. Да не надо любого ДД брать, надо брать друида, короче, чтобы у нас вообще все было шикарно. Зачем нам еще один ДК? Тем более этот Серега не очень домашний. Нет, Дим, сегодня CSGO не будет. Это World of Warcraft, Дим. World of Warcraft. У меня
Давайте пока чек на пул. Два БДК и медики слева. Протопал РДД справа. Только разбойник сидит на боссе, все остальные бьем трэш сами. Самое главное, контроль раздаем. Щука босс и все ШП раздают контроль. И от духа отбегаем. Давайте, на счет три начинаем. Один, два, три. И в трэш. Все в трэш поехали. Право трэш добиваем, и в босса. Ты не в сил, противиться моей воле. Щука босс, контроль блоку. Переводим или нет? Да. На пул, на окно, смотрим за духами. Ловит, собирает после этого. Видишь, смотрим за духами. Контроль через полсекунды. ШП контроль раздали. Поздравляю, вы двух хилов убили. Вы что, тупые? Предупредили. Не надо, пожалуйста, БР без моей команды. Ну, а ты ДЦ уже бы. Ты не сил противиться моей воле. Зой. Возьми. А варды надо ставить. Я, пацаны, захилач. Трэш протопал, собирает все трэш играет. Три секунды. Ты не в сил противиться моей воле. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Вы не видите этих моментов? Так, Димон, CSGO не будет. Не, сегодня кроме Warcraft уже стримить ничего не будет там. Посмотри, тебе понравится эта игра. Даже когда-нибудь начнешь понравиться. Правда, пиратский сервер бесплатный. Кольцо роли. Может, да. Это... Короче,
еще 10%. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Ты плюсанул, что эти сапоги тебе нужны? Вы еще сможете его нагнать. Динар, привет. Привет, как у тебя дела, Динар, как отмечал? Все в работе. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, когда вы будете переговорить взлет пехота молота по местам. Давай, Хан, выключай ставь. Давай, Саня, давай, заглядывай. Ох, воскресенье вечер. Время, деньги, друг. Хотя у тебя же все равно рабочих и будних дней нет, у тебя все. Что значит качать там перед кем? Дайте шкаф, пожалуйста, с моим друидом быстро. Слышишь, Бибоп, вот это вот Типути сидит, сучу. Пишет. Фокус. Карина на работе, а я иду в РС с Ауронычем. Пацаны, шкафа не будете? Квазар, Джон Огурец. Конечно, не будем за 2 часа. Но я не вижу проблем быстро сумануть его. Списвана, фибрилляция. 100 грамм. Кто не дамажит без ЕП? А, в таком я думал, ты какие-то финансовые отчеты делаешь. Что значит вспышки крашат, и типа их цветными делать? Это шлифт какой-то профессиональность. Видите? Что это там вдалеке? Блин, что? Вот они собирают, типа, паст про нас не это ер с луками. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небо! Спасибо. Старше тебя или не старше? Фотографы тоже надо. Даже такому да не обманывай. Это камера меня стрейт. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Ребятки, вы такие молодцы, вы перелетаете, дамажите, вот танк перелетел, все же. Летят назад, это килч, скилуха. Оружейники, огонь! Пехота, сержанты, бой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь.
Ну, например, вар 100 грамм, так и... Я не видел, что... Привет. Отлично, Сан. Делами мафию завтра. Сегодня почти день моей свободной компьютеры. Как твои дела? Чем ты занимаешься? Последний день твоей игры завтра? Ну, у меня все космосы. Перестает на курсы ходить. Могу так свободно вечером сидеть играть. Потому что у меня почти месяц на курсах. Что значит, что за помойка? Или магия? Динар, ты на лече я тоже играл? Олег, ты открыл стрим у себя во втором акте? Я комнату. Нашу гильдию. Все кончится. 100 грамм. Почему ты АФК-шил весь бой не бил? Отнимай просто ЕП, закажи по 200, по 300, за трэш по 200, по 300, я так делаю обычно. Я не могу прочитать, потому что у меня уже чат высоко. Привет, Сергей, привет, добрый вечер, здесь. Не могу, короче, читать чат, когда... Хочу дождаться моего... Все, закончится плохо. Привет. Кольцо на мейн ДК пало. А что значит без меня начинай? Ну, конечно, недостаточно ебать, это босс. Ты только что профукашил босса. Кольцо за 10% нужно кому-то? Наручи нам на О. Без ГП наручи нужны кому-то. Разбили гнездо. Тебе бы надо было срочно отойти или нет? Скорее всего, в кораблях ты считаешь, что всем на все похуй, поэтому можно уйти. Сапоги без ГП нужны кому-то, дроиды? Запускается уже Суркан, еще 2 минуты балаболить будет. Эрдру, тебе может они просто, я что-то не спросил, я тебя дам их за половину. Что за половину, дорогие, за 10% дам. Ну... Какая желательная нахрена. Так. Втроем мне их захилят. А, не на, Войд. Пусть Гульверка. Гульверка, спекайся, ты вроде в шепе. Это там... А будет, пускай. Мы назвали его Дронор. А он это значит сердце Дронора. Позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в городах под защитой старейшин. Сергей, ты какой-то знакомый мой. Когда она умирала,
то пройду через темный портал один. Неважно. Чего, кого поддержать? Риджу может на ком-нибудь поддержать, ну, омоложение будет на рост. Я исполню это обещание. Вот, есть. Это рука починили, нет? Если меньше, сколько там, 350, от меня отпишется, пацан. Давайте поднажмем немножко. ШП трэш бьем, CSOV, ДК, ретрики, фурики. Маги, ханты, роги, локи. Пожелание. Господа. Первый раз с собой на этом компьютере, короче, посмотрим, может ли. Если у меня молния там. Ни хрена себе. Я понял, сын, понял. Завтра будет КС, как я выполняю. Сегодня что-то не хватило мне времени подрубить. Любовь, пожалуйста. У меня сегодня не было, сегодня не успел Серега риску. И станом я сегодня встал и не подрубал кайф. Вообще ничего не включал, как бы стримки сегодня. Можете знать. Если без метки, то БР не. То есть саней стенки не. Зарыли, пацаны, так понял. Сражались. Ух, чё. Да, Люс, чуть не. Кричит, поддерживает. О, ну конечно, отличается с теми. С теми, какие сейчас у меня катают. Блин, конечно, сколько у нас тотал, скажи. Катапульт, если бы не умер, тоже было 20-очка, было за 4 мага. 336. 350 было бы и больше. Фуфачес, не отписывайся, подруг. У нас мы уронили мага, поэтому... Сложилось. Осколок ЦКП нужен кому-то? Ой, осколок. Нужен кому-то. Кому он нужен? Переролили меня. Не, я ЦКП. Я за ГП. Токен защитника. 300 ГП. Кому-то нужен? За ГП это рога, говорит или кто? Истина, глаза, глаза. Это тоже о многом говорит. Неужели Украина? Я прошу. У кого-то дебаты начались. Токен покорителя и защитника с обычки нужен кому-то? Возвращаться не буду. Ах ты сука, я сказал не лазить туда. Давай, Динарчик, хороший тебе вечер. Пацаны, ДПС Dark Stars 336к. Не очень-то и сильно, но маг умер. Здорово, Ван, здорово. Виталий Кун, Щукарик, вообще слабо. Что ты там, не одетый, что ли? Нормально одетый. Чё так слабо на ДПСе? Thank you.
Всегда смешно. С кем-нибудь побеседовать там. Лех, но я не читаю вот чатик, который ты пишешь, я увидел случайно. Ты лучше пиши на стрим. Но это не кот, это кошка маленькая у меня залазит на холодильник, наклоняется и лапой струхивает. Это не очень приятно. Да вы, конечно, выдали. 80 ватт. Сам максимум. Оливер Кабра. Т. Красава, мой пролайк, молодец. Поставьте типа, находит, естественно, дизлайки ставить. Хотя еще нет ни одного дизлайка. А просто мне лениво заходить. Сами, между прочим, мог бы зайти, короче. Ты один из моих донатеров. Мог бы зайти поставить лайк. Ты ж помогаешь развить. Бабки в него вкладываешь. Рел хорош. Тип молчать. Блин, ну видишь, КС очень много людей, короче, за КС подписан. Что нужно быть стримером не одной, короче. Причем максимально рад. Тоже мол.
на свете. Чего-чего? Гнал, говорю, с ней. Я сегодня в футболке, короче, ходил на улице. 18 градусов. Ерел. Так что она еще сильно. У нас прям апрель. Слышишь, Иван, я же тоже. Ком сгорит. Ну на самом деле нормальный ком должен. Бежишь, Таня. Режиму. Блять, кавказцев в Москве тоже дух. Ну, москвичи. Так, сейчас, ребят, на секундочку отойду кошку. Видишь, как вам мир тесен, ты меня нашел в КС. Слышишь, Трисси, этот тип у меня в чате сильно. Да, пипка. Ой, ты какая пипка. Вредная. Давайте, пацаны, в РНЖ у нас 3 шипы, 2 совы, 5, хант 6, 2 лока 8. Первый на замену LM фибрилляция, да? Это кошечка, ей ровно 1 годик. Чек на запуск босса. Ань, поставишь природу прямо по центру? Все готовы? На счет 3 начинаем рост с пула. 1, 2, 3. Кучней под босса зайди. Растишь вообще блин. Демолог тоже, пожалуйста, кучней. Пульта, зачем ты тут стоишь занимать? Это тема вообще есть, нет? То есть слизень, уважаемый. Молодец, слизень. Мой бот призывает ставить лайки. Отличные новости, народ. Я починю трубы для подачи ядовитой смеси. Пацаны, а кто со мной в рейде, кстати, бабикс? Ай. Крафт не ваш. Кому-то там приехали, Олег. Физический шум. Парик. Топ. Пока на паре. Я капаре. Отличные новости, народ.
Он тупой, забей. Топар. Знаешь, что было? Взрыв закончился. А люди? Можете под босса не возвращаться. Копарик. Тогда говорит, да? Да, прицелик. Копара, копари, говори. Канобик. Давайте всех резаем. Псовой пососал прицелик. Я 18-2 дал собой. Захожу за это, за ботинками на Лука. Написал РК. Че ты сразу не пошел? Прицел пишешь, что ты гомосексуалист, Олег. Плач на мейн. Маша ему что-то передать, он тебя слышит. Бухрола тебе помог. Ну скажи ему в ответ, что он тоже гомосексуалист. Блин, новая. Шуточка должна быть пошла, типа прицелу пришел тоже где-то в этот. Я не буду его оскорблять, его в жизни не так оскорбило уже. Ха-ха-ха, да? На мейн объект нужен кому-то. ДПС мой вот. Но как ты видел, я не особо старался. Шикарик. А сколько он ГП стоит? 580. Без ГП нужно танка кому-то? Пацаны там вообще стримят в чате, что будем делать. Можете жалобы на меня кидать. Передаю прицел с твича привет. Тебе привет от святеньки прицел. Филипп. Может, ты начнешь уже пати кидать? Да, может и начну. Давайте пати кидать. Видишь, тут люди хотят бы быстрее закончить трейд, наверное, да? Спасибо Дмитрий. Большое, люди, все, кому неприятно с вами находиться. Все, кто хотят побыстрее закончить речь, чтобы со мной не идти в рей. Вам срочно нужно глотануть. Давайте фулбал, пожалуйста, парень. Одну спору к ромбику. Одну спору к звездочке. Блин, это не та звездочка. Вот так. Кстати, чекаем ХПС Войда. Хилит ли он жагой света? 180 тысяч. Не хилит. И ДПС Толеда. Давайте, чек на пол. Бафните Олега и начнем. Да не надо бафать, не начинай. 5-5. Виталий Кунт здесь. Все готовы, поехали. Толстая сова. Блин, ну не прижимайся. В смысле, это мало или много прицел? Прицел там, кстати, в ван с ШП в РС-20 Пенгер еще. Ну, верно. Что-то, ребята... Ладно, вот. Морачивался внизу. У меня тут даже пробуется, поэтому сильно ос. Ну что, ты особо не заморачивай. Да. Прислай в кромбику. Ты же на не смотришь?
Сергей, если ты будешь меня дискриминировать, по внешнему будет дискриминировать тебя, потому что я тоже видел твои фотографии. Я тебе скажу, что... Ну, если ты... Но если ты сарказм и иронии не... Жалко. Ты же сейчас обидку кинул. Я шучу вообще-то. А, сорян, забыл про твой юмор. Плафачис. Альда, Роми. Ты пригласи его на твич к себе, пусть он подпишется. Не в чем. Заходи на твич с тобой, хотят померить. Да, Филипп. Это не ДПСишь. Чего ему? Кидается. И тогда ты можешь остаться скиллованным игроком. Да. Лайн в виде 3. Примемик. Вообще не понимаю. Что такое стрим? У Олега... Пришла на стрим. Спасибо, Заир. Да, жми камень. Дня, вечера, хорошо. Да, спасибо тебе, Заир. Не Кика, только лок, ладно, я просто лохнусь. Блин, но мне создает дополнительную пати вода. Ладно, Кика. Ой, блин, да как здесь, чтобы... Здравствуйте. Мне кажется, со всех боссов упали осколки, да? 100% дроп осколков. Пояс на мейн. Было 12 осколков. Пояс на мейн, пояс на офф. Это топки с находа. Как хотите. Мое дело предложить, ваше дело отказаться. Так, совсем недавно я рассказывал чуваку, как что такое, короче, стрим, что такое Twitch, как туда зайти в контре. Это было забавно. Зевнул, пацан. Ну что ж, мы будем стопать ДПС, поэтому, пожалуйста, не прожимайте твои обилки, копии. Пациента, мы все убираем. Убираем с босса, с слизня незамедленного. После этого к столу и бьем двух слизней. Кукла у нас нормальная, у нас есть сердруиды. Надеюсь, что все меня услышали, что не нужно прижаться. Чек на пол. Машулечка. Катапульта. Виталий Кун. Машулечка. Женский алкоголизм неизлечим. Стопать, да? Не прожиматься, верно? Стопать и не прожиматься. Блоков еще подели.
Локов поделил. Там он Трисия сам всех поделит, он же нормальный пацан. Трисия на зеленого, Марат на красного. Марат, ты здесь? Свата и Джон Огурец. Свата считать учится. Огурец. Марат Газ. Друг Войда. Да, стопаем прицел. Машулечка. Подходите, милики, ближе. Машулечка, плюсик от тебя и начинаем. Хватит 10 пить. 10 секунд, пожалуйста. Зачем тебе 10 секунд? У тебя 100% мало. 10 секунд. 6, и на красном, Марат. 5. Давайте, на счет 3. Раз, два, три. Блин, я помню тут, короче, когда-то... Уже она правда была в Бразилии? Попьёте. Ох, ДД, уважаемый рейд, пожалуйста, уберите питомцев. Отмените свои способности. Я вижу, как Клем кастует, где Малок кастует. Вас легко вычислить, ребят, потому что вы по одному в рейде. Догадаться, кто из вас Элем, а кто Демолок, честно. Вижу, как там Ретрик бегает, бьет. Это, кстати, тоже привет. Все сбегаемся в цель. Сбегаем теперь от зеленого. Отбегаем от луши, переводим. Здорово. Все под стол. Под стол, пожалуйста. Босса к столу, все к столу. Фаза, посмотрите свои. Сейчас выйдут слизни свои цели, и мы будем их бить. Прожимайте обилки, тучки, крылья, всякую, ну тучки не надо. Все остальное залупень прожимайте. Отбежали подальше. Рейд красного. Сбежали в цель. Отбежали от зеленого. Красный, смена красного. Оп, приготовили, Редли. Добили красного. Можешь не орать. Цель зеленого сбегаемся. Прошу прощения. Какие новые. Щукарик поднимай, пожалуйста, Джона. И все, и пока больше не БР. Хотя, что нам не БРить? Кого? Эрдру, поднимай, пожалуйста. Ретрипала за. Бафы паладина в локон. Могу не орать, прошу прощения, ребята. Классно, слизь не играли. Очень хочу, чтобы вы в красном. Все в звезду вправо. Ну ладно. Лок-то вообще типа машулечки не отходит. Неплохо, щукарик, неплохо. Хуй ты там где? Ты кот! Давай. Пельмени смотрим. Войд, видишь, вот ты не обновляешь джагу. Полипал, который обновляет джагу. Не будет, потому что люди будут сами. Все в красного слизня играют. Быстро переводим. Переводим 3%. К столу. К столу. Слизни выбрали. Давайте рост. Рост. Быстро к зеленого. Цель зеленого, сбегайтесь.
Сбежали, сбежали с цель зеленого слизи. Раз. Добиваем, добиваем. Ну ладно. Потом, короче, решим, кто-то медведи босс. Давайте 3 стака на ДК, 3 стака на паладине, я буду в мишку, у меня красные капли будет. Сейчас. Андрей и Шустик на стриме интересуется важной информацией. Теперь называешь его... его братом. Чего? Почему 2 года назад ты корешил с Копаром, а не называешь Копаром братом-аутистом прицела? Почему я корешил с Копаром, а теперь называю его брата Андрея? А теперь называешь его братом прицела и аутистом. Меч без ГП нужен кому-то? Да я не корешил никогда с Копаром, я не называл его аутистом и братом прицела. Я его назвал пидорасом. Прицел тоже такой же или нет? Прицел другой. Понял, Андрей, он вас не сравнивает. Почему ты приревновал, я не понимаю. Олег любит тебя по-своему. Токен покорителя с Гейры нужен кому-то? Ого. Гулливерка, токен покорителя тебе не подойдет. Рогасова Эрдру. Вижу рогу. Вижу сову, вижу Эрдру. Отлично, весь рейд. Марат, не хочешь ли ты пососать? Ты так еще с улыбочкой это пишешь, типа. Говорит, ладно, Ромашка, мне надо отвалить. Если бы сейчас вот так уходишь по этой причине, это просто... Сиди до конца, рейд закончится через час и пойдешь спокойненько по своим делам важно. В целом неприятно, что у Копара бы забилось и выше, чем у самого. Понял, чего? Прицелу не нравится. Утриси. Чем где тебя реально хреново слышно? Вот. Нет, это не вы. Выбирает. Вы говорите, не ори. Нравится. Иси. Это как? Я! НГМ? Откуда знаю? НГМ был, наверное, этот Копар. Ром, ты не ори. Рюда. Смотри, вы вообще по-московски. Знаете, в 12-м году... В 12-м году,
когда проводниками работали. С пацаном подходим. Здравствуйте, не... Там тот владелец мальчишки. Говорю, да мы просто с Америки туристы. Читаю, что пишет Шустик, потому что он говорит, что я неправильно сказал. Как Трися был. Чё-то не рейдер, а выше. Эпта, и Олег повышал тогда всех людей, как были в АД. Так что да. Это где было написано, Шустик? А ты помирился уже с Башем? Я? А чё, я с ним не ссорился? Ладно, тогда. А о чём мы ссорились, Серёг? Ты чё, на меня там жалуешься? Не-не-не. Ну, не он его стрим смотрел, когда ты... А. Так это не ссора была. Это нормальная лидерская ситуация. Всё равно себе по ночам потом как псих. Да, что, Марат просто... Когда не заступил, да? Да, Вуди созрел, написано. Так-то чё, в заметках у локал какого-то. Это и есть Вуди. Рыба есть? Давай, Шустик, приятно тебе ответить. Приятного тебе аппетита, Трися. Ты спекнись пока в демона, пожалуйста. Тоже есть хочу. Я не переношу в бою, вроде бой уже кончился. Будет крыс по локам. Проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает. Разбойник селий. Ты на пуль Баланара, пожалуйста, на Акма. Артвайдер, ты толпа. Персвана и флипец. И охотник на кинетике. Блять. А зачем 100 грамм ты шел в рейд, чтобы уйти после Ланы? Я вас не понимаю, ребята. Когда вы приступите в рейд, планирую куда-то уйти. Хант и 2 ШП на кинетике. И не один. Чек на пол. Диман, да пока не знаю. Слишком маленькая активность. В будущем, возможно, уже возможно. Пока, если честно, сам даже не знаю, как это все. Чек на пол, пацаны. А ты спросил прицел, он пойдет это в объединенную гильдию сервера? Флипец, ты тут? Там вроде уж.